птичечка хочет кушать. Кушать хочешь? Я ей насыпала этот сухой корм, молочко. Она не хочет. Тогда идем в магазин за кормом. Я только проснулась. Вы знаете, уснула, не знаю, часов. Тут холодина. 17 градусов, мои любимые. И солнышко. И чего только. Видите, какая у меня красота на окнах. И я рисую. И Дед Мороз. И мы вместе. Бррр, как тут холодно. Я еще в майке. Куда вот я вылазю? Ну что, закалка. Очень полезно. Вообще такая красотища. Все в этих, в бликах. Супер. Просто супер. Видите, везде на домах блики. А там, где мок идет, тоже весь солнышком просвечивается. Красотища. Все, пойдемте. Китютик, ты что сюда пришла? Я ухожу. Пошли. Пойдем. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Заходи, закрою. 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 Иди сюда. Иди. Кис. Ну, сиди тут. Мне холодно. Так, одевайся. Где мои ботинки? Я открыла через сколько-то там, через полминутки. Она заскочила сразу на батарею. Видите, замерзла. Мои любимые, меня приглашают работать в хостес. Хостесом, или как это? Вот чел, который там стоит, знаете, на ресепшене где-то. Перед рестораном, перед каким-то клубом, перед чем-то. И улыбается. Вы представляете меня там? Я стою там 8 часов. Смена 5 через 2 или сколько. И я все 8 часов улыбаюсь. Это капец. И нужно знать какой-нибудь иностранный язык. Я сказала, что знаю арабский. Они сказали, вы нам очень подходите. Я говорю, мне больше 50. Они говорят, пришлите ваши фотографии. Но я прислала парочку. Сейчас покажу, какие я прислала. Они говорят, вы нам очень подходите, очень. Я думаю, ну, походу, это не этот самый, не Питер. Вот я прислала вот такую, когда только-только-только проснулась. Прислала какую еще? Сейчас. Сейчас покажу. Ладно, я одеваюсь, бегу в магазин, но... Секундочку, хотелось с вами поделиться с утра пораньше, пока проснулась. Давай, Люся, он так тормозит вообще. Китютик! Послала вот эту, когда проснулась, сфоталась. Где я не улыбаюсь. Ну да, он мне сказал, пришлите, где вы не улыбаетесь. Я прислала эту, сфотографировала себя, как только проснулась. Прислала какую еще? Вот эту, когда не улыбаюсь. И прислала вот эту, где улыбаюсь. Что там еще? Вот эту. Ну все. Это я вчера мужичка снимала. Он тут так стоит. А над ним там целые галактики. А там девушка идет вон в светлом, видите? Такое фото получилось атмосферное. И снежок падает. И тут столько, как будто бы, измерений. Я не знаю даже, как это показать. Ну, в общем, не важно. Снег прям такой ровной стеной. И там вон девушка идет. И этот чувак стоит. Очень прикольные фотки получились. Это не так. Ладно, а тут фонарик, сидела на кухне, а здесь так фонарик, и от него 3 сердечка так полетели вверх. И я успела сфотать, но он не передает. И там, знаете как, после сердечек пошли капельки, 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 капельки в небо, тоже их видно.
Но фото не передает. Видно, как будто точечки. А глазками было видно сердечки. Вот серьезно, мои любимые. И я пыталась сфотать, чтобы Юльке послать, показать. Ну вот как получилось, так и сфотала. А это я снимала небо, сидела на балконе. Ладно, пойдемте, а то эта дурында хочет кушать. Она не ела утром ничего. Смотрите, какая недовольная. Не скучай, птичечка. Сейчас приду. Я буду как это, как в деревне, знаете? Помните, так ходили в деревнях, тут у них магнитофон такой большой на этих, на плече. И я так, на музыку. Я же в деревне, это деревня Григорова называется, район. Потому что здесь раньше была деревня. Я буду как в деревне сейчас идти с музыкой. Все. Я готова, наконец-то. Для меня это замок открыт. Я спала с открытой дверью. Коммунизм. Мне пофиг. Надо хоть Юльке не рассказывать. Она все равно мои видео смотрит через окно. Смотрите, у нас солнышко. Первый мужик. И там уже пошел. Идемте, мои любимые. Показывала свой завтрак, когда я вчера, по-моему, овсяночка, яйца, как это пишет, для похмела, что-то там. Ну, видать, какие-то эти абсолютные левые. Не знают, что похмел это нужен только им. Нам нет. Мы не употребляем. А, реально 17 градусов, мои любимые. Очень холодно. А, я же обещала показывать. Потому что Лика или кто-то там еще начнет писать, что я брешу. Хотела дым показать, такой красивый. О, чуть-чуть показала. Самый бесконечный космос ты. Ты самый бесконечный космос ты. О, написано минус 15. Только-только я смотрела, было минус 17. Так что, Лика, я говорю правду. Вот, и кто-то там мне раз 5 или 4 посоветовал. Видите, он заводится, стоит. Весеннику. Посоветовал мне почитать Google. Ну, мы же то, во что верим. Вот ты, который советовал или советовала, веришь в Google, значит, ты там найдешь все ответы. А я верю в себя, в Бога, и я найду здесь все ответы. И вообще все ответы во мне. Блин, как же все красиво, как это все вам передать? Стою с открытым ртом, смотрю, правда так. Лепота. Солнышко меня просто радует. Оно так не видно на телефоне. А вокруг него все радуга. Может, так видно? Короче, вокруг него все разноцветная радуга. Такая красота, мои любимые. Всем божественного утра. И птички заливаются, слышите? Если бы аварийное мое не происходило через меня, вы бы его слышали. Если бы я вырубила музыку, но я не хочу. А на своем канале я главное. Блин, где дорожка? Вот она.
И хватит писать мне, что я выпьемши, или не похмеляюсь, или еще что-то. Идите лесом. И свои советы, которые нужны вам же, оставьте себе. Красота! Говорила не в одном видео, что я ни разу в жизни даже пива не пробовала, глотка пива не выпила за свою жизнь. Зачем вы мне эту хрень пишете всю? Если это единственное, о чем вы можете говорить, так говорите со своими этими, кто там вокруг вас. Друзья, мужья. Им рассказывайте, эти жены, эти как его жены, забыла. Какие там елочки. Как классно, когда я молчу. Гонит на меня прям. Надо отойти. Хрен его знает, у него в голове шоу-хариты. Кто знает, что у него там в голове. Как красиво. Даже это деревце обалденное, как какое-то японское. Мои любимые, очень холодно. У меня щеки. Чувак без шапки. О, блин. Ну, может, там морозить нечего. Поэтому он без шапки. У меня сейчас до такой степени щеки замерзли, что я их уже не чувствую. И еще ветер. Смотрите, какая красотища. А, ручки замерзли, надо одеть перчатки. Ой, простите, что я так ору. Я, короче, истеричка. А небо какое. Вы видите? Боже, боже, оно так быстро плывет. И блики на доме, и солнце, и запах весны морозной. Правда, мои любимые? Вот очень-очень холодно. Ну, потому что увидела солнышко и сразу же почувствовала. Весна скоро! Красота! А, как я замерзла. А, холодно. У меня слюни замерзли во рту. И я их выплюнула сейчас. А я не умею плевать, как плюют девушки так. Тьфу! Я плюю, как мальчик. Ну, с детства так привыкла свистеть, плеваться. Так, что я хотела? Вот что-то ничего не хочу. Ну я это все не ем. Женщины, что вы тут наложили? Не ем я такого. Капец. Вы знаете, что я вчера ела? Вареники с картошкой и селедку. Представляете? Мне надо молочко закончилось. Смотрим число. Почему я всегда смотрю число? Я все равно не знаю, какое сегодня число. 14 по 21. Сегодня какое? 19. 20 по 21. Значит, еще нормально. Блины можно сделать. Короче, не знаю. 14 по 21. Мои любимые, надо глянуть, какое число. Чего я туплю? По-моему, 19. А, блин, какое число? Покажите. 17-е? Что, правда? Все, хватит петь. Благодарю. Что тут и так поют? Ужас, как в дурдоме.
Так, спасаем Китютика. Китютик мой! Спасаем. Ягненок. И курица в желе. А что, один ягненок мне надо? Лосось. Буду там с краю брать. Они тут напихивают сюда старые. А я когда беру с краю... Кисуня жрет, как чекануша. Так, опять я не взяла корзинку. Вот, блин, я захожу и всегда так все в руках. И с камерой неудобно, с телефоном еще снимать. Это что? Это что? Индейка в желе. Нужно там дальше взять. Я нашла ягненка без этого. Без курицы. Что я тут беру? Надо там с краю брать. Так, с конца. О, этот сразу видно посвежее. И не видно число, что тут написано. 7 января 24 года. До 6 января 26. Это вообще свежий-свежий. Я вижу по нему, так чувствую, что его только приготовили. Для Кисуни будет праздник. Ягненок, рыбку. Что еще взять ей? А, надо ей взять, наверное, эту говядину. Индейка, это что? Говядина домашняя. Ну, давайте возьмем домашнюю. Так, какого числа сделано? 21-12 в декабре. Свежая. Прям самое то. Вот, мои любимые, купила. А что я сюда бежала в магазин? Что-то еще мне надо было. А, просила. Просила подруга Салетис бумагу ей. Она зайдет ко мне, потом возьмет. Я хотела, знаете что? Кто хотел? Все что-то хочет кто-то. Такую вот фигню, как вот так нажимаешь, чтобы когда там руки мокрые или что-то, не можешь вот там что-то открывать, откручивать что-то. А так нажимаешь и моешь посудку. У меня такая была в Питере. Не знаю, тут есть такое. Не вижу. По крайней мере, тут не вижу. Что-то я уже дофига доснималась. Люблю вас, мои хорошие. Надо мной звезда горит по имени Солнце. Звезда. Люблю вас. Всем божественного дня. Спасибо, что вы есть.